Книжную лавку в Театре русской энтерпризы имени Андрея Миронова сегодня посетил министр культуры России Владимир Мединский. Экскурсию для него провел художественный руководитель Рудольф Фурманов. Мединский отметил, что в России по сравнению с советским временем число магазинов с литературой снизилось многократно, потому как рыночная экономика поставила их в равные условия с бутиками и ресторанами. Решить эту проблему может только изменение законодательства. Соответствующий проект, который сейчас прошел первое чтение, предполагает, что в государственных учреждениях культуры книжные лавки смогут располагаться с минимальной платой за аренду. Проект был принят Думой в первом чтении в прошлом году и, что называется, завис. Мы сейчас пытаемся его реанимировать, и я как бы хотел бы через вас обратиться ко всем петербуржцам, чтобы просто, ну, обратитесь к вашим депутатам Государственной Думы, пусть они какую-то бодрость духа проявят, пусть они в конце концов защитят книгу. Я очень рад, что вот здесь вот в негосударственном театре директор может отдать книжному магазину помещение. Министр оценил разнообразие книг, представленных на полках в театре имени Андрея Миронова. Особенно Владимира Мединского заинтересовала детская литература. Приключения Тома Сойера на английском языке он даже приобрел для собственной библиотеки.